Акция под говорящим названием «Здоровье, зеленый свет» – идея брестских юношей и девушек, неравнодушных к проблеме злоупотребления опасными наркотическими веществами. Именно они стали инициаторами проведения мероприятия для своих товарищей, таких же подростков, чтобы еще раз напомнить о вреде пагубной зависимости, а также привести доводы о пользе здорового образа жизни. Совместными усилиями под руководством опытного волонтера, преподавателя университета имени Александра Сергеевича Пушкина Ольги Крусь, ребята подготовили небольшие выступления, красочную презентацию, а также провели опрос среди студентов Брестского вуза. Сама акция «Здоровье, зеленый свет» или «Здоровье, зеленое светло» была придумана мной совместно с моими студентами и с моими школьниками, потому что я как волонтер работаю еще с рядом школьников. Сам проект, посвященный ЗОЖ, он реализуется в нескольких учебных заведениях. Это и Брестский государственный университет в рамках проекта воспитательного «Батьки Бай. Здоровая нация», и также в рамках сотрудничества трех школ. Это школа номер 10, это школа номер 31 и гимназия номер 6, и общественное объединение «Христианское содружество взрослых и молодых». Способ донести до молодых людей идею о пользе ведения здорового образа жизни участники, они же и организаторы мероприятия, выбрали довольно необычный, зато эффективный. Вместо официальных обращений воспитательного и нравоучительного характера, они рассказали ребятам о всевозможных альтернативах вредным привычкам. Помимо того, всем желающим предложили подписать специальную петицию, где можно было высказать личное мнение об отношении к здоровому образу жизни. Мы решили сделать эту акцию, скажем, не вспоминая о наркопотреблении, а акцию целеполагания позитивного. То есть не использовать вообще ни одно плохое слово, такое как наркотик, алкоголь и так далее. В нашей акции будет только слово «здоровье» во всех его аспектах, во всех таких вариациях, много зеленого цвета. И мы, наоборот, стараемся, скажем, избежать частички «не». Мы не хотим никого учить, что не делать, потому что это неправильно. Мы считаем все-таки, что, наверное, нужно давать сразу альтернативу, предлагать альтернативу, заниматься здоровым образом жизни, проводить тренинги, как проводят это школьники и студенты и так далее. То есть вместо того, чтобы говорить, что не делать, мы будем сегодня говорить, что нужно делать. Мы можем даже подсчитать, сколько вот студентов действительно за здоровый образ жизни и как это для кого важно. Я считаю, что это очень... хорошее дело. Молодые волонтеры, которые приняли активное участие в организации акции, убеждены, что благодаря проведению таких мероприятий можно достучаться до сверстников, заставить их задуматься о необходимости ведения здорового образа жизни и проанализировать свое отношение к столь важному вопросу. Это приведет к осознанию проблемы, что в будущем поможет избежать непоправимых последствий. Сегодня, благодаря примеру волонтеров и их четким убеждениям, многие молодые люди сделали для себя какие-то выводы. А значит, добровольцы внесли хоть и маленький, но довольно существенный вклад в развитие здорового поколения подростков. Я сама веду здоровый образ жизни, то есть занимаюсь спортом, не увлекаюсь всеми этими вредными привычками. Хочу, чтобы остальная молодежь тоже. Мне хочется, чтобы в нашем городе было меньше людей, курящих и пьющих. И хочется в этом им помочь. Я за здоровый образ жизни, потому что хочу, чтобы мои дети, мои потомки были здоровыми. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.